На этой пресс-конференции был аншлаг. Тема важная, поэтому в управлении автоинспекции собралось множество журналистов. Полицейские рассказали, что у всех автошкол области отозвали лицензии. И чтобы их вернуть, образовательные заведения должны пройти процедуру регистрации заново. А это значит, что новых учеников принимать автошколы не вправе. Могут только доучивать старых. Возможно, он будет, но недостаточно длительно, потому что в настоящий момент уже вот несколько автошкол подали нам заявки на согласование программы обучения и получение данных заключений. Раньше, до вступления новых правил в силу, автошколы по всей стране проверялись Министерством образования. Теперь эти полномочия передали сотрудникам автоинспекции. Кроме того, ужесточились требования. Это и наличие сайта, и минимальной площади для автодрома. Также недавно вышли единые программы для обучения водителей. В управлении рассказали, что заявки на новые лицензии подали всего 5 саратовских автошкол. И в ближайшее время начнется их проверка. Но пока количество автомобилистов расти не будет. Кстати, завтра состоится пресс-конференция представителей местных автошкол. Они обсудят новые правила лицензирования. Ирина